Значит, спасибо большое за донат. Человек с никнеймом «Аристократ из иных миров». Текст доната – музыка. Несчастье из вас, кто останется в живых, будут завидовать мертвым. Ух ты. Мрачно. Кстати, реально блок металлично сразу уже. Блин, мне кажется, даже по меркам блэкухи бас глуховатый. Окей, ладно. Ну ладно, ладно, чё, нормально. Я не знаю текст просто, поэтому я ничего не пойму. То есть я не смотрел «Остров сокровищ», чат. Можете в меня плеваться. Я смотрел про капитана Врунгеля мультик. Это же... этого же производства. Какой-то хардкор панк блэк получился, я не знаю. Бластов не хватает, конечно. Ну просто барабанную партию он взял, один луп на всю песню его растянул, такой прикольно сойдет вроде. Просто доктор Ливси гигачет. Ням-ням. True Cult Киев научфильм, да-да-да. На! Не, нихера. На! Не, нихера. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ха! Я знаю мемы про доктора Ливси, но не смотрел. А, это он на бэхэте затачивает. Портянки какие-то. На. Кровавый риф в параллельной вселенной. Ну, типа того, да. Как будто, кстати, есть смысл бахнуть песню «Кровавому рифу» на тему «Острова сокровищ», особенно учитывая, насколько это становится каким-то... Ну, не становится, уже начинает скорее к закату своему подходить тема с мемасами на тему этого мультика. Но все же, типа, была волна нового внимания.
Ну, кто это делал, он, конечно, старался. Но... Ну, как смог, сделал, ладно, что. Тут как бы важен больше прикол, чем то, как сделано. Но сделано не очень. То есть есть там бочка глухая, например, в Блэкухе она обычно, наоборот, щелкает. Слишком однообразно, даже по меркам Блэка. Ритмы не совсем блэковые. Выбор аккордов тоже такой прям очень тупой. Опять же, типа... Любой там трек Бурзума врубишь, будет находки чуть поинтереснее. Зато гитара с хорусом. Так что, возможно, братишка Гранж там слушает или типа того. Вот, и, как говорится, успехов в любом случае. Вот, ну... Ну, типа, забавно. Ну, все, короче, надо теперь к годноте переходить постепенно, потихонечку, короче, все. Все пойдет.